Вот такой вот юбилейный сотый ролик. Сегодня ночью мы в очередном рейде как стояли с ребятами около магазина «Зодиак» на кольце Жукова, бульвар Победы. Ну, мы реально были в шоке от увиденного. Как мы стояли, подъехала Honda Accord. Человек вышел и начал справлять нужду на колесо моего автомобиля. Ну, по крайней мере, пытаться это делать. После неоднократных замечаний ему от него прозвучала фраза что-то типа, а что, нельзя, эта машина что, дорого стоит? Ну, что-то в этом духе. В этот момент мимо проезжал экипаж ППС, который мы, собственно, остановили. Все, что было дальше, вы увидите в ролике. И хотелось бы сказать, что мы надеемся, что все-таки этого человека найдут, потому что подобные поступки нельзя спускать, нельзя так относиться к сотрудникам полиции. Он похож на шпикун. Он похож на шпикун. Ну вот, пошел, стоит на машине. А что, дорогая машина? Стоит сык, ну что это такое? Это не повиновением что-то попахивает, да? Да не то, чтобы оно... Не хочет на контакт идти вообще. Может, надо сотрудников ПС? Ну, сотрудников ПС... Зачем вот сотрудник полиции ездит? О, а там сзади сотрудник стоит. Стой! Прыгай! Прыгай! Прыгай!